Какой кошмар! Неужели это все мне убирать? Такой маленький, а столько много какает. Он нам весь дом уже обкакал. Ну что, детишки, признавайтесь, вы забрали чужого котенка? Котенок. Джош, давай заберем его домой. Давай. Ура! Странно, где-то я уже видел этого котенка. Ла-л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 а. Кто это плачет? Это же Макс и Катя. Ребята, что вы плачете? У нас котенок убежал. Ну не плачьте, выходите. Давайте обратимся к Карине, ламповой няше. Она про кошек все знает. Здравствуйте, дети. Что вы хотите от меня? У нас котенок потерялся. Маленький, как моя рука. Напишите объявление, что потерялась Мурка. Объявление. О, объявление? Это же тот котенок, которого Пеппа нашла. Нужно срочно бежать. Киса, киса. Пеппа, Пеппа, из нашего котенка что-то вытекает. Это он описался. И что, ты будешь убирать? Почему я? А я в следующий раз. Ой, котенок. Ого! Ого! Где же котенок? Ой, что это? Что это за кочи? Ой, как воняет! Ой! Ой! Какой кошмар! Неужели это все мне убирать? Такой маленький, а столько много какает. Он нам весь дом уже обкакал. Что же нам делать? Ну что, детишки, признавайтесь, вы забрали чужого котенка? Мы не хотели брать котенка, мы его на улице нашли. Нужно вернуть. Хорошо. Заберите, пожалуйста, вашего котенка. Ура, ура, спасибо, Мурка. Любимая наша Мурка нашлась. Вот видите, как хорошо, что все хорошо закончилось. Котенок мой.